Всем дару, с вами Мотобустер, это первый запуск новой игры, которую я купил в Стиме. Она называется Car for Sale 2023. Ну что, поглядим. Если что, сразу говорю, у меня 1030 видеокарта GDDR 5 памяти. Там в минималках 1050 на 2 гигабайт. Ну, как попрет, особенно еще и видео снимать. Сейчас посмотрим. Unity. RTX. Можно там все пропустить. Car for Sale by Drive Sale. Игра стоит 399 рублей. Блин, я боюсь, если FPS будет меньше 40, вот это будет, ну, далеко не камильфо. Игра в загрузке весит всего там 1015 мегабайт, когда загружал, я охренел. Следующий. Игра находится в раннем доступе. В игре могут быть ошибки, а также экономические проблемы. Мы приносим извинения за это. Мы приветствуем ваши отзывы. Это помогает нам сделать нашу игру лучше. Пожалуйста, отправьте отзыв через форму обратной связи в планшете. Так, давайте настройки. Ага, графика 1980, полноэкранный режим. Качество низкий вообще. Качество текстур низкий. Насыщенность... Половина резкости. Ну давай вот тебя все уберем, чтобы хоть какие-то FPS у нас были. Сохрани, давайте на минималках попробуем записать. И посмотрим, что из этого получится. Ну 32 FPS. Ну давай, новая игра. Подойдите к своей машине и нажмите клавишку E, чтобы открыть меню автомобиля. Блин, сколько FPS будет? У нас есть автоматическая система. Если хотите, вы можете сохранить из меню паузы. 1 FPS? Чего? 13, 20. Игра весит всего гигабайт. Распакована где-то 5. О, нормально. Car for Sale симулятор. Так, начало пути. Уберите весь мусор перед офисом. 0 из 18. Так, убрать мусор. У. Надо задержать или что? А, Е. Так, ну да, просада есть. Просада есть, прям. Ну, не прям такие, но... Да, играбельно, играбельно. Убрать мусор. Выбросить это все. А что я выбросить не могу? А-а-а. Ну, давай, убираем. Брана грязь. Какие-то поддоны. Убираем, убираем на Е. Так, герой русифицированный. Конечно, я думаю, не полностью, но все же. Уберите весь мусор. Убрать мусор? Чего? Машина, блин, я бы лучше на металл сдал бы. На Е нажимаю, нифига. 9 из 18? А где тут еще? Уберите весь мусор перед офисом. 9 из 18. А, это тоже мусор, да ну нахуй. Ну давайте, откроем. Вход в наш супер офис. Чтобы привлечь клиентов, вам нужно открыть свой офис. Вы можете открывать и закрывать офис, используя офисную дверь. Информация клиента. Прибывать между 7 и 8 вечера. Блин. Открыть офис. Сейчас нам нужно название компании. Пожалуйста, откройте компьютер в офисе и войдите в раздел оформления, чтобы изменить название. Так. Ну давайте, компьютер. Веб-страница, таблица лидеров. Сейчас вам нужно название компании. Веб-страница, обновление, украшение. Ну давай украшение, я думаю. Так, офис, вывеска, вывеска. Такая, интерьер, внешняя декорация, офис. Так, контейнер, офис, офис, вывеска, интерьер. Давайте вывеску. А вот я, например, хочу вот так вот и... А, название. Конечно, мне Car for Sale. Мо... Подожди, а можно по-русски? Нет, нельзя. Мо... Мото... Пере... Куб. Мотоперекуб. Так, установить 10. Размер. Вот размер можно. Ну, блин, мне хочется цвет, ширина. Мотоперекуп. Да вот так вот сделаем. Где-то вот так вот цвет. Вывески. Да вот такой вот неплохо установить. 10 баксов. Давайте. Установили. Теперь, далее, что нам надо? Вы завершили свою офисную работу. Поезжайте на район по соседству. Чтобы купить машину, вы можете воспользоваться автобусными остановками для быстрого передвижения. Ближайшая остановка находится прямо напротив офиса. Так, все нормально идет, давайте перепроверим. Я это все буду в один, это, в один, как сказать, ага.
Не буду, короче, монтировать. Вот так вот. Бургерная. Ага, напротив офиса. Давай завершиться офис. Нормально бежать на район пососет, чтобы... Давайте район пососет. Район. Купим какую-то себе замухлыгу, так сказать. Моя первая тачка. Найдите подходящую машину и купи ее. Поговорите с владельцем, чтобы обсудить сделку. Информация. Если вы сильно разозлите клиента во время торгов, сделка может сорваться. Ну, я еще тот. Так, давайте мне вот эту машину. И вот эту, и вот эту. Все, давайте за мной. А где вообще продажа? Ну, давайте за ними пойдем, я думаю. Так, конечно, я минимальную графику поставил. Качество на высоте, в кавычках. А куда они едут? Куда они едут? Я за вами. Нет. Уехали потенциальные продавцы моей тачки. А где вообще можно покупать? Типа вот этот продавец? Ну вот. Вот я до тебя докопаться, можно разговаривать. Так, вы сможете увидеть все детали автомобиля. Некоторые детали могут быть скрыты, и вы можете использовать очки умения, чтобы раскрыть их. Так, вы можете проверить точность отсчета здесь. Продавец может лгать вам, поэтому вы можете провести проверку, чтобы увидеть достоверные данные. Цена покупки. Так, отчет может быть фальшивым. Так он был. Так, здесь вы можете увидеть поврежденные или прекрасные части автомобиля. Если они утаены, вы можете использовать очки умений, чтобы обнаружить их. Экспертиза 3900. А сколько цена? Смысл, у меня столько нету. Вы можете открыть навык торговаться. Вы можете открыть навык, чтобы... Я торговаться хочу. Осмотреть машину. И как? Подождите, вместо того, чтобы торговаться, мы можем обсудить варианты оплаты. Всего 39 тысяч, да вы офигели. Откуда 118 тысяч пробег, 2023 год, кода. Ха-ха, я понял, что за машина. Кода. Ага. Ну, так, а как мне открыть, чтобы торговаться можно было? Ну, я это покупать не буду, оно мне нафиг не надо. Очень дорого. Очень дорого. Надо еще со следующего стрима попробовать настроить звуки и посмотреть, что и как. Ну что, игрушка выглядит на свой гигабайт размера, распакована она где-то около 5, да, и это минимальные настройки, требования, конечно, высокие для такой графики, прям очень высокие требования, но если у вас 1030 видеокарта, как и у меня, можете поиграть стабильно в 35 FPS, ну 30-35 FPS на минималках, графика, конечно, вас не будет радовать, но все же. Ну что, это такой был первый вход в игру Car for Sale. С вами был Мото, и всем удачи, и всем пока-пока.